Россельхозбанк провел исследование накоплений граждан России. По материалам опроса накопления на экстренный случай делают только 63% населения. Каждый пятый опрошенный готов откладывать в копилку от 10 до 50% зарплаты, только 5% россиян готовы откладывать больше половины дохода. Самыми надежными инструментами инвестирования россияне считают недвижимость, валюту и ценные бумаги. Больше информации на нашем сайте.